Большой виноградный бражник. Назван по латинскому слову robiginosus, что значит ржавый или заржавелый, по окраске бабочки. Обитает от северо-востока Афганистана вдоль южной оконечности Гималаев до Китая, где встречается от Юньнани до северо-востока страны, на юге Дальнего Востока России, Амурская область, Урил, Еврейский автономный округ, юг Хабаровского края до Комсомольска на Амуре, Приморский край. Также встречается в Корее и Японии, на юг через Таиланд и Вьетнам до Малакского полуострова и Суматры. Дает одну генерацию в год на юге Дальнего Востока России и в Китае. Бабочки летают с середины июня почти до середины августа. Причем в жаркие годы изредка вылетают бабочки второго неполного поколения, которые встречаются с середины августа до начала или даже середины сентября, по наблюдениям в Хабаровском крае. Южнее могут развиваться до трех поколений в год. На территории юго-востока России в горы почти не поднимаются и обитают в долинах и предгорных лесах. Кормовое растение гусениц – различные виды виноградовых. Виноград амурский, девичий виноград, а также на розоцветных –